Здравствуйте, друзья! Решил выйти прогуляться по лесу, посмотреть, что с грибами. Так, ну-ка. Здесь вот что-то растет. Сейчас посмотрим. Что это такое? Оп. Ну так, сыроежечка. Дальше идем. Малыш? Малыш? Собираем грибы с малышом. А вот какой-то грибочек у нас. Ну-ка, что это? Красненький. Земляничка уже. Ну вот, грузди белые поперли уже. Их уже до хрена. Вот. Ну, грузди, как обычно, по одному не растут, поэтому бери корзину, да собирай, как говорится. О, красавец какой. Также уже сыроежечки пошли вовсю. Ну, сыроежки особо собирать не буду, просто показать, что они есть. Вот. Обычные сыроежечки. Так что уже грибы-то поперли. Такие вот грибки. Так, вот какой-то гриб. На поганку похоже, но сейчас посмотрим, может маховик какой-нибудь. А не, подберезовик. Ладно, почистим, посмотрим. Думаю, не очень хороший. Вон еще один, скорее всего тоже. Да. Опять грузди. Хороший, крепенький. Этот, наверное, не очень крепенький. Хотя не, ничего такой. Так. Грузди. Знаете, уже трухлявые грузди, хоть и здоровые.
Этот может ничего. Да, хороший, чистый. Это трухля. Да, червяки. Ох, какой гриб красивый, ребята, я нашел. Охеренный гриб. Вот это красавец. Вот это всем грибам грибок. Во. Вот это я понимаю. Ну, это сыроежка стопудово. Ну, в принципе, чистенькая. Ну, так. Это просто небольшая прогулочка по лесу, ребят. Минут на 15. Посмотреть, чего растет. Вот, грусть опять. Ну, это вот все грузди. Ну, груздей я наберу, я их не знаю. На суп. А вот здесь вот что-то интересное. Беленький маленький грибочек. Да. Вернее, подосиновик, скорее всего. Ну-ка. Шляпка чистенькая. Ножку тоже заберем. Так, грузди. Ну, большой точно плохой. Ой, маленький проверим, конечно. Вроде ничего. Ну, это гнилушка. Так. Так. Опять подберезовичек. Сыроега. Посмотрим, что за сыроежка, или это вообще мухомор какой-то. Не, сыроежка. Так. Здесь вот опять грузди растут. Вот народ у канавы ходит, а вот грибочек этот никто не заметил. Ой, какой красивый грибочек. О, видите? А вот еще парочка грибочков я увидел. Красивеньких. О, какая прелесть. Опа. А вот еще совсем малышок. Ну, сыроежка обыкновенная. Ну, в принципе, не червивая.
Может и пойдет к картошке. Так. А там что такое красивое? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, какой красавец. Люблю такие крепыши. В общем, ребята, вот итог. Это 15-минутная прогулка по лесу. Вот. В основном грузди, конечно, и беленькие. Но на картошку хватит, да и на суп хватит. А больше и не надо мне. Благодарю, что смотрите это видео. Всем пока.